Всем привет, ребята, с вами снова Данил Букреев, и здесь у нас очередная посылка с сайта AliExpress. Здесь пиджак за $20, 23 цента или пальто осеннее, не знаю даже как правильнее сказать. У нас даже были уже два таких пиджачка, и давайте посмотрим этот уже, ну проверим просто все ли нормально с ним. И по-моему здесь все-таки другой цвет должен быть. Продавец не захотел сразу три отправлять, потому что там был большой вес и доставка автоматически становилась дорогой, так скажем. Немного прилипло. Так. Такого коричневатого цвета. Аккуратно сложенный. Прям даже жалко разворачивать. Вот такой вот пиджак. Вот такой вот. Я даже так и не узнал, что это. Вот такой вот, в общем, пиджак. Честно, он на ощупь. Вот я не знаю, как этот материал называется, но он... Как вам сказать, он очень, я не знаю, у меня, в общем, мурашки по коже от этого. В общем, кстати, этот пиджак по размеру подошел человеку, размер XL. Не знаю, видно ли, видно, да? Вот. А в принципе, он достаточно качественный, ниточки не торчат, ничего не торчит, сделан хорошо. В принципе, все нормально. Но вот этот материал, я не знаю, что это за материал, но вот когда я делаю вот так, даже нет, вот... Он так хрустит как-то, блин, ну не очень приятно. Все пуговицы, конечно, нужно, ну, это везде, наверное, прошивать. Вот он такой вот, накидочка такая осенняя. Ну, вот уже могу с уверенностью сказать, что именно этим товаром покупатель был доволен. Мой знакомый, которым я попросил его заказать, был на самом деле доволен и размером, и, в общем, всем, что с этим связано. И, в принципе, $20 это совсем небольшая цена за такую вещь довольно-таки качественную. Вот, но я не знаю, стоит ли задерживать наше внимание на этом обзоре. Вещь реально качественная. Плюс уже был на моем канале обзор такого вот пиджака. Это тоже пришел, с ним все нормально. Даю отчет, что продавец меня не обманул, все хорошо. С вами был Данил Букреев. Обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых видео.